Вот так выглядит спатифилум, безжизненно опущенные листочки, в том случае, если вовремя не полить. Меня не было какое-то время, за цветами, конечно, следили, но мы же знаем, любители растений, как важно правильно ухаживать. И вот посмотрите, грунт там совершенно сухой, и я сразу же установила в емкость с водой. И сейчас отправлю в душ, чтобы и листочки ожили. Новый листочек, молоденький, безжизненный совсем. И вот он, верхний. Поэтому важно не допускать такого. Тургор появится опять, но важно следить. Все должно быть вовремя. Сейчас я отправлю его в душ. Вот так вот я полью, проливаю листочки. Но этого мало. Надо, чтобы корни хорошо-хорошо пропитались, чтобы грунт был влажный. Поливаю теплой водичкой. Холодной ни в коем случае нельзя. И вот прошло буквально часа 4. И видите, что ожил спатифилум. Красивые у него листочки. Так вот, знаете, если случится и у вас такое, обязательно устанавливайте в емкость с водой и полейте его хорошенечко под душем. Но обязательно теплая водичка. Вот такой маленький сюжетик о любимом растении спатифилуме. Всего доброго! Возможно, информация вам пригодится.